Утреца, деньца добрейшего, ребята. Я еду в Мечково. В Мечково мне надо кое-что взять и поехать на самый север Москвы. Короче, день чисто покататься. Потом в Мечково и заниматься там делами, работами. Что происходит, ребята? Где асфальт? Короче, есть вопросы к асфальту. Вон, покрытию здесь у нас на парковке. И глубоким ямам. Но Солярису все нипочем. Че, я в мячике, короче, ребятки. Владимир Владимирович, потихой назад. Где у вас там задняя? Сгрузки, разгрузки. Шага. Разгрузочно-погрузочные дела продолжаются. Закинул у себя вот эту Алтезу. Есть по ней дела, работы. Вот. И есть по ней вопрос, сколько она весит. Я ее еле-еле на себя закинул, чуть не перевернулся. Ночь и тишина, стволы стоят и спят. В боксе еще одна, а за ней еще одна. Ржоль, да, сейчас скоро я займусь. И вот у нас еще один выкушковод будущий. Стволовой выставляется на чурочки, пластиночки, на березовые, так сказать, веточки, на брусочки. Полуношные заправочки, у нас завтра тренировочка с двух стволов. Вот, и я взял с собой бочки перед тем, как поехать в Мечково, чтобы заправить их бензином, и забыл, конечно же, это сделать, и вот сейчас заправляю